Ровер 75, накрылся датчик коленвала. Очень похож на индуктивный, но это датчик Холла стоит. Значит, таких датчиков, это датчик Siemens, таких датчиков нигде не найти именно на ровер, на 75. Вот он. Что мы делаем? Будем использовать датчик распредвала от BMW Siemens. Он тоже датчик Холла. Вот. Единственное, нам нужно сейчас будет перепаять проводку. Сделать вот так мы будем делать. Провода выведем сейчас. На родную фишку запаяемся. То есть у него идет плюс сигнал и минусовой провод. Вот так мы сейчас будем это все дело припаивать. Итак, берем паяльник и припаиваем очередной проводочек. Затем одеваем кембрик сюда. И это все обжигаем феном. Это термоусадочная трубка. Стараемся до самого конца туда ее пихнуть. Так, вот у нас теперь сделана ответная часть датчика. Можно ее закрывать спокойно. Все, вот разъем как оригинальный, пожалуйста. Сейчас нам нужно подсоединить эти три провода к датчику BMW. Так, вот провод надо скрутить и посадить его в термоусадочку, чтобы он там нигде не перетирался, не перевивался. В общем-то, этот провод вот у нас в термоусадке. Теперь берем термоусадочку, разогреваем ее, чтобы наши провода были защищены. Стоит этот датчик на маховике, постоянно грязь летит туда, масло. Поэтому провода должны быть в защитной оболочке обязательно. Ну вот так красиво мы все сделали. Вот так. Осталось у нас три провода. Сейчас мы будем их припаивать. Вот провода припаяли сюда к разъему. Черный, желтый, красный. Теперь делаем следующее. Берем пистолет и туда все это заливаем. Должно у нас получиться вот такое. Ждем, когда высохнет. Сейчас застывают.
термоклей. В конечном итоге все должно получиться вот так. Датчик — это у нас разъем. Пойдемте ставить и пробовать. Вот наш ровер, на котором надо менять датчик, который мы сами изготовили. Сейчас мы его вставим на место. Вот он стоит на месте. Вот датчик стоит там. Теперь нам надо подключить его в разъем. Вот разъем подключаем. Датчик подключен. Вот. Итак, все у нас стоит. Датчик коленвала мы прикрутили. Вот он внизу стоит. И идем заводить машину. Так. Все, пожалуйста, работает. Наша работа выполнена. Отдаем счастливому клиенту. И вот он готов. Наш ровер. Отдаем.